меня заболело. Нога болела. Да. Моей бабушке перед смертью точно не болела. Замучил в четверг по ростикам. Четверг только был. А они вдвоем, да, и Оля еще. Ростик обещал вроде Оле какую-то привезти девочку на следующей неделе, попытается уговорить, там какая-то то ли родственница. Она, да, я на резину поставил, она говорит, ну, нормально, ее ФП там все равно. Руки слабые, все видишь, слабое. Что это ровно, да. Богдан как бы появился, ходит уже, тот такой вроде. Нормально, плечо у него заживает. Ну, это, короче, шип какой-то был. Просто это с непривычки у них это, ну, мини-травмы у них вызывают. Да. А Кинзерская? Артем что-то этот пропал. Ну, что-то он решил типа этот месяц пропустить, мало ли, может. Потому что денег не хватало на кимоно. Может, он решил купить кимоно и прийти уже с новым месяцем с кимоно. Если бы не подсказывал это. Да, вела встречу. Это мешает. Сейчас мы крутим. Он думал в борьбе, он уже уровень профессионала. А когда вот это вцепились, и только его поломает, как это делает. Если бы ее не загнали, была бы у нас еще одна приборка на Олимпийском поезде.